Ну где-то я прям вот. Я вот так считаю. Да, да. Ну, вот сегодня в тройке. Да. А вот теперь попробую вот, просто переворот локтем. Ну-ка. Спасибо. До свидания. Но. Ты опять отводишь руку. Ты отводишь кулак. Вот то, у тебя локоть, кулак уже эту амплитуду умеют делать. Сейчас вот ближней дистанции, попробуй сейчас вот даже не просто кулаком, да? Вот не распуская кулак, же, локоть напряжен. Вот попробуй прямо сорвет. Прямо вот плечом сразу, вот сюда в лапу плечом ударить. Вот и все. Сейчас удобно было? Как локтем. Локтем ударить. Да, 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 да. Но плечом. Да. Теннис, речь. Вот отсюда, вот то, что сегодня делали. Опущен подбородок, прошу тебя. Во. Туда плечо. Во. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот сейчас смотри, что произошло. Я чуть руку поставил, и ты сразу начала до удара, начала уже пытаться кулаком попасть куда-то. Вот ты куда смотришь в эту точку, ты туда уже бьешь, уже программа есть. Просто начни, не отводи руку никуда, ее, она сама пойдет. Она у тебя уже вот туда сама пойдет, потому что ты сказал, сбоку удар. И уже даже не столько ты локтем делаешь, только твое плечо пошло. И вот это за пазик, как бы локоток назад. Это как бы подготовительное действие твое. Просто не разогни, главное, вот здесь. Ну вот отсюда. Вот с коленочкой. Да, 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 с коленочкой. Ну. Ай-яй-яй, рвешься. Продолжай до конца. Ты еще не ударил, уже забираешь. Оп. Да, только я прошу, чтобы ты перед ударом прям выдохнула. Перед ударом даже. Вообще перед. Просто раз смотри, такая. Вот увидела лапу. Не торопись ударить. Мы с тобой как раз здесь и тренируем зрительную реакцию и мышечную реакцию. Не торопись в это мгновение ударить. Вот увидела, что лапу поставила. И прям выдохни, раз вот такая, фу, и ударь. Прям вот выдохни и ударь. Она такая расслабилась, прям вот расслабься перед действием, чтобы тебя не было. Да, прям расслабься. Вот, вот прям поймай такую, что вообще как обмякни такая, мягкая стала. О, как тебе ощущение? Угу, то есть ты учишься не напрягаться перед действием. Ты учишься, что тебя не видно будет. Вот мягко, 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 мягко. А теперь добавь бедро за собой. Плечо пошло еще больше. Наваливайся по. Нет, 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 нет. Ты настал переворачиваться. Смотри, я бью туда прям и добавляю таз. Потом пятку. А ты пятку уже. То есть как бы пятка за тобой пойдет. То есть за ударом у тебя масса пойдет. Туда, прям в меня. Нога левая, меня боком. Где? Вот. Во! Ну, туда, плечом. Еще. Вот это оно. Understand? Вот это локтем почувствовала? Где так бьет? Пенс таки, да? Как в тайском боксе, да? Муэй-тай. Кстати, дружественная организация. Тоже. I Life Муэй-тай, по-моему, да? Канал называется. Вот там как раз локтями. Более-менее. Я просто не сильно разбираюсь в этом, но очень схожие действия. Что мы локтями бьем, локоть идет, движение локтя. То есть не локоть, но кулак. Вот если кто увлекается тайскими единоборствами, то может посмотреть. I Life мой тай канал. Там с локтя больше, чем я, покажут. Ссылка в описании. Да, ссылка в описании. Всего доброго. До встречи.